Здравствуйте. У многих возникла проблема с добавлением файлов к домашнему заданию. Сейчас я объясню, почему так происходит и как это исправить. Ну, во-первых, у нас все домашние задания практически выдаются учителями или из планирования, или потом записываются в планирование. Это за собой ведет пару настроек, которые идут по умолчанию. Например, если мы посмотрим сейчас выданное задание, ну, даже если оно автоматически или потом сделано, то видим, что там нельзя прикреплять файлы, там есть только один комментарий. Значит, открываем, смотрим, вот у нас, пожалуйста, ничего здесь нет. То есть мы здесь можем только комментарием, ну, либо вставлять какие-то ссылки, но это, в общем-то, тоже неудобно. Загружать файлы отдельно на свою страничку тоже нельзя, потому что они становятся доступны для всех. Ну, там с некоторыми оговорками, но тем не менее. Поэтому, как от этого избавиться, давайте сейчас посмотрим. Значит, находим домашние задания разными способами. Тут кто кому как удобнее. Я, например, вот по сегодняшнему дню за 3 класс отобрал. И вижу вот это вот домашнее задание. Вот оно у нас здесь есть. Значит, заходим в это домашнее задание. Я уже захожу как учитель. Видим, вот оно у нас домашнее задание, выбираем редактировать. То есть мы сейчас в него зайдем, как если бы мы его выдавали в самом начале. Значит, здесь видимость в журналах. Мы выбираем показывать. По умолчанию идет не показывать, но, видимо, для того, чтобы за домашнее задание не всегда мы ставим прямо вот всем оценки, чтобы они у нас, эти графы, не слишком часто там пестрили в журналах. Это у нас идет по умолчанию, поэтому надо ее поменять. Мы сейчас домашнее задание оцениваем. Дальше. Если требуется проверка, вот здесь галочку поставить желательно, просто потому что вы будете сами потом ставить статус, выполнено или не выполнено, ну и сами увидеть, кто вообще вам сдавал, кто хоть что-то присылал там или что-то делал. То есть там статусы у нас есть. Да, неудобно. Может быть, если много придется проверять, то много статусов менять. Это уже смотрите сами. То есть не обязательно, но, скажем так, желательно. И требуется файл с результатом. Вот это самое главное. Вот эта настройка и нужна. То есть если вы ее поставите, у вас там появится прикрепить файл. Значит, вот это все сделали. Здесь все проверили еще раз. У нас все нормально. Нажимаем сохранить. Все, видим, что у нас здесь, ну, практически для нас ничего не изменилось. Уведомление 3 мая будет выслано, что у нас изменилось домашнее задание. Там может теперь будет прикреплять, ну, или что-то типа того. И смотрим, что у нас происходит на домашнем задании ученика. Нажимаем обновить. То же самое домашнее задание, но вот у нас появляется вот это прикрепить файл. Значит, с прикреплением файлов тут есть тоже один нюанс. Например, да, я нажимаю «Прикрепить», загружаем с компьютера, выбрать файл. Ну, большинство будет скидывать, скорее всего, какие-то скриншоты или фотографии, не знаю. Но если вдруг получается вот такая вот ситуация. Я, например, пытаюсь прикрепить вот этот файлик, вот он у меня прикреплен. Я его пытаюсь загрузить. Мне тут же говорится, что файл такой имеет тип, что его нельзя загружать в дневник. Значит, что нам здесь в этом случае делать? В таком случае мы, естественно, удаляем этот файл. Снова выбираем «Прикрепить». Выбираем «Загрузить с компьютера». И вот этот же файлик мы его архивируем. То есть выбираем правой кнопкой. Выбираем 7-zip. Есть различные архиваторы WinRAR. Ну, что-то наподобие всегда есть. На крайний случай здесь всегда есть вот такая вот «Отправить сжатая zip-папка». Ну, тут кому как удобнее, попробуйте сами. Значит, и выбираем «Добавить GOR4 zip». Как только я ее нажимаю, у меня появляется вот такая вот папка, в которой будет один файл. Можно сразу несколько заархивировать и таким образом отправить. То есть, если я выбираю теперь вот эту папку вместо своего файлика, то архив у нас спокойно прикрепляется, и я его теперь могу отправить. Все, я домашнее задание, получается, отправил. Дальше, если мы перейдем на страничку с домашним заданием, то у нас получается, здесь будет, например, там в работе, и если
Файлик будет даже уже отправлен, там еще статус может поменяться на какой-то еще. Не помню там точно. Значит, вы его заходите вот таким вот образом, проверяете. То есть зашли, проверили, вот этот файлик вам прислали. Ну и, соответственно, как только там проверили, возвращаемся назад. В наш вот этот, ставим здесь оценку за домашнее задание и меняем статус на выполнено. Все, после этого у нас, в общем-то, проверка завершена. Если понадобится что-то там вернуть на доработку, там такой режим тоже есть. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр.